День рождения – это прежде всего день подведения итогов. Но если человек всю свою жизнь служит Господу и людям, то итоги, которые он подводит, могут служить назиданием для других. В Московской церкви «Слово жизни» праздновали юбилей пастора Мацола Исхаэл. Подробности в сюжете Евгения Хархардина. Прошедшее воскресенье в Московской церкви «Слово жизни» было необыкновенно многолюдно. Самое большое здание из всех московских протестантских церквей просто не могло вместить всех желающих. На торжественное богослужение приехали гости с разных городов не только России, но и мира. Ведь в этот день пастор Мацола Исхаэль праздновал свое 50-летие. Это был настоящий праздник, яркое свидетельство благословений Божьих для своего верного служителя и любви к нему Божьего народа. Пастор Мацола родился в Швеции, в семье служителя. И с раннего детства мечтал стать пастором, как и его отец. И сегодня его родители искренне благодарили Бога за то, что их сын оказался верен своему призванию и так сильно благословлен Господом в служении. Как и положено, на дне рождения было много добрых слов в адрес юбиляра. Ну и, конечно же, подарков. Помню, что лучший подарок – это книга. От церкви ему и подарили книгу, в которой все, кто хотел, оставили свои фото и поздравления. О том, сколько человек пожелало это сделать, свидетельствовал размер фолианта. Но свою любовь члены церкви выразили не только письменно. Они подарили пастору предмет его многолетних мечтаний. Вы купили это мне? Вау, это удивительно. Мы на самом деле, я очень-очень рад за это. Мацола, мы любим тебя. Ты должен знать это. Несомненно, что столь дорогой подарок в кризисные времена свидетельство не богатства членов церкви, а их искренней, горячей любви к своему пастору. Мацола, как хороший сын, пообещал своей маме ездить осторожно. Но, несомненно, сообщество байкеров Москвы скоро услышит благую весть от одного из своих новых членов. О том, что пастору еще много предстоит сделать во славу Божью, говорил и приехавший его поздравить основатель церкви «Слово жизни». Это как раз даже внешний знак многих приключений, которые еще придут. Аминь. И Господь ответит на молитвы твоей мамы. И ты будешь защищен. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. Now the time of in this time of life, in the middle of life. Итак, в это время жизни, посередине жизни. This is actually a place of decision. Это вообще-то место решения. And we pray that you'll never settle down. И мы молимся, чтобы ты никогда не успокоился. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Служение Господу не знает границ, ни государственных, ни возрастных. Это в полной мере доказывает жизнь и служение пастора Мацолы. И когда я смотрю вперед, я тоже чувствую, что мы находимся сейчас в середине. То, что мы призваны, то, что я призван сделать. И впереди нам есть большие-большие вызовы. Здесь, в Москве, в Миссионерских полях. Я верю, что есть сейчас время пробуждения, время спасения. И поэтому есть очень-очень много людей вокруг нас, которые сегодня не верующие, но они станут верующими. И это сейчас главная цель моей жизни. Наш телеканал присоединяется к всеобщим поздравлениям и желает этому благословенному мужу Божьему еще много лет жизни и плодотворного труда. На радость людям и по воле Господа. Евгений Хархардин, Михаил Остриков, студия «Протестант». Специально для телеслужбы «Благих новостей».